Опухоль головки на МСКТ поджелудочной железы, артериальной фазы сканирования и венозной. Брюшная полость, забрюшинное пространство с внутривенным болюсным контрастированием Йопамира 370-100 мл. При анализе результатов использовано построение в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. На серии МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства в легких на уровне сканирования очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Желудок обычных размеров, правильно расположен. Печень. Краниокаудальный размер правой доли КК РПД 187 мм. Краниокаудальный размер левой доли КК РЛД 99 мм. Контуры четкие, ровные. Нативная плотность плюс 38, плюс 54 по Хаунсфилду. Внутрипеченочные желчные протоки расширены. Желчный пузырь размером 67 на 32 на 26 мм правильной формы. В области дна определяется сладж печени плотностью до плюс 60 по Хаунсфилду, размером 31 на 19 на 14 мм. Хледок расширен до 20 мм. Портальная вена диаметром 11 мм. Селезенка не увеличена, с четкими ровными контурами без RG контрастных очагов. Сохраняется гиперваскулярное образование с четкими неровными контурами в головке поджелудочной железы размером 44 на 31 на 16 мм. Нативной плотностью плюс 25 плюс 45 Хаунсфилда. В артериальную фазу плюс 136 плюс 156 Хаунсфилда. В венозную фазу плюс 98 плюс 113 Хаунсфилда. Верстунгов проток диаметром 7 мм. Тело и хвост железы атрофированы. Парапанкреатическая жировая клетчатка несколько отечна. Надпочечники не увеличены обычной структуры. Почки не увеличены. В паренхиме левой почки визуализируются субкапсулярные кисты размером 3, 5 и 7 мм. Чашечно-лоханочная система не расширена.